Белая сирень – символ чистоты, а чистая природа – залог крепкого здоровья и комфортной жизни. Именно поэтому члены комиссии окружной общественной палаты по экологии, природопользованию и землепользованию так назвали акцию, приуроченную ко дню эколога. В новом парке героев 1812 года в Голицыне высадили более 10 кустов. Сейчас идут как раз посадочные работы, обустройство, внешнее обустройство. И мы, конечно, очень обрадовались, когда наша общественная палата, наша комиссия по экологии, членом которой я являюсь, предложили такую идею посадить в парке сирень. Это сирень из угодий Любови Погонщиковой. Помимо саженцев, всех ждал еще один приятный сюрприз. Цветы – это мой подарок от себя, еще лично Екатерине, этому парку, чтобы Любушкины цветы зацвели здесь, в этом парке. День эколога и природоохранных организаций был учрежден, чтобы привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды. Я считаю, что экологам не обязательно иметь образование, главное, что было в душе. Потому что у нас в палате, ну, в комиссии, точнее сказать, с образованием экологов мало, но при этом они делают очень большую работу. Несмотря на дождливую погоду, подобную акцию провели и в Звенигороде. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».